Я не особо и положительный, и не отрицательно, как бы, ну, никто никому ничем не обязан, если честно. У меня вот такой вот девиз в жизни. То есть я как бы сам ни на государство не надеюсь, ни на что-то. Я отношусь к этому как к данности. В конце концов, мы за него голосовали, за его плюсы и за его минусы. Как бы плохо, потому что как бы он же сам на конференции, или как это, он просил, чтобы вывели из офшоров деньги, как бы, и не будет уголовно наказуемо это. Как бы. А тут, как бы, по вашим словам, получается то, что деньги находятся у него сами на офшорах. Безразлично. Я думаю, наверное, Порошенко принадлежит, скорее всего. Не-не-не-не-не-не. Я думаю, знаешь, я даже не думаю, я даже уверен во всем, что это просто провокация. Ну, я не думаю, что это правда. Там, ну, скажем так, у меня очень хорошее отношение к президенту, потому что он не раз спасал наш футбольный клуб Томский. Безразлично, наверное. Ну, я слышал вчера, и что? Ну, я слышал, и что, спрашивает житель Сибирского университетского города. И это действительно, и что? Вот отсутствие какой-то реакции, как вы это объясняете?